Чао, я Альберт, я потрясный. Я профессиональная модель, танцор и игрок на пианино. В свободное время я люблю быть моделью, танцевать и играть на пианино. Люди часто мне говорят, что я лучший в мире во всем. И это просто факт. Я наполовину итальянец, наполовину испанец и наполовину португалец. Люди смеются на моей тугой водолазкой. Но знаете, потому что они не секут в стиле. Люди спрашивают: чувак, сейчас лето, тебе не жарко? И я отвечаю: да. Из меня можно пот выжимать, хоть прямо сейчас. Потерпел эту штуку и стал секси. Первая вещь, которую я заметил в этой стране, это была еда. Еда, американская еда, на вкус как... Ну, знаете, как это слово? Дерьмо. Полное дерьмо. Все мои в семье были моделями. Мой папа был моделью, мой дедушка был моделью, моя мама была моделью, мои дети модели. У нас семья модели. Это традиция. Первое, что я делаю, когда просыпаюсь, использую одеколон на все тело. На плечи, на ноги, в рот. Ты должен хорошо пахнуть внутри, чтобы хорошо пахнуть снаружи. Так всегда говорил мой дедушка. Он был алкоголиком. Но он меня любил. Затем я обычно хожу на шопинг. Затем я выпиваю бокал вина, чтобы расслабиться. После я еще выпиваю бокал вина, чтобы расслабиться. И затем я выпиваю еще 3 бокала вина, потому что у меня проблемы с алкоголем. Далее я делаю растяжку. Далее я снова делаю растяжку. Ну а потом делаю растяжку еще разок. Но сегодня ночью я буду исполнять песню, которую я написал, оригинальную. Ее услышит множество людей, и это очень волнительно. И это моя жизнь. Мудилы. Знакомьтесь на канале Ребрендинг. Теперь мы западный контент. А перевел и озвучил виски. Ага.